Приветствую вас на канале Europlay. Это шоу «Из грязи в князи» в игре Eurotruck Simulator 2, где наш водитель Шурик хочет стать действительно богатым дальнобойщиком. У нас на счету 6138 евро. Наш дальнобойщик прокачался уже на первый уровень. Но мы по-прежнему не купили никакого грузовика. Поэтому давайте возьмем сейчас еще один груз и отвезем его в пределы Германии. Итак, радиаторы нам дадут за это 4320 евро, неплохо. Беремся, конечно. Смотрите-ка, у нас сообщение, давайте прочитаем. Кредиты на выгодных условиях. Банк дает нам кредит, отлично. Ну что, надо взять кредит обязательно. Заходим в банк и берем 100 тысяч евро. И нам придется платить 2888 евро в день. Покупка грузовика. Здесь у нас автосалон Volvo. Но приобрести онлайн наш грузовик не получится, потому что мы еще пока что не вошли в доверие. А посетить автосалон нельзя, потому что мы взяли груз. Ну что, тогда давайте отвезем его и потом купим наш грузовик. Долго ехать нам не придется, всего лишь 240 километров. Итак, заводим машину, включаем фары и поехали. Обязательно смотрим на все зеркала, чтобы ни в коем случае не зацепить наш драгоценный груз. Включаем поворотник. Смотрим, здесь машин не может быть, поэтому можно смело заворачивать. Как-то неудачно машины эти поставили. Специально, чтобы кто-то в них въехал. Так, светофор, останавливаемся. Обратите внимание, что я ориентируюсь по зеркалу, которое находится справа, чуть подальше, на самом грузовике. Никаких помех нет, поворачиваем налево. Светофор работает, значит, можно ехать. По-прежнему мы едем в Германию. Вот смотрите, как у нас сообщение. Давайте его прочитаем. Требуется водитель с личным транспортом. Отлично, нам уже предлагают работу. У нас есть деньги, но мы еще не покупали никакого грузовика. Грузовик мы купим, когда отвезем данный груз. Потому что терять деньги совсем не хочется. После покупки грузовика вы потратите очень много денег, у вас останется буквально на пару дней погасить кредит. Поэтому надо будет срочно искать какой-то груз.
Вообще придется усиленно работать после того, как возьмете кредит. Усиленно и усердно. Зеленый свет, поехали. Пока мы в пути, я думаю, что можно включить информационную панель и рассказать что-нибудь интересное. Итак, на данный момент в игре насчитывается 13 грузовиков следующих фирм. Фирма TAF. Нидерландская фирма-производитель грузовых автомобилей. Кабина и шасси производятся в Бельгии, а некоторые модели грузовиков разработаны на заводах Великобритании. В игре мы можем приобрести следующие модели: DAF XF105 и DAF XF Euro 6. Следующий производитель у нас IFCO, Industrial Vehicles Corporation. Это у нас корпорация автомобилей промышленного назначения. Итальянская автомобилестроительная компания. Штаб-квартира находится в Турине. Давайте я все-таки назову фирму по-русски. А покататься мы можем на Iveco Stralis и Iveco Stralis Highway. Далее следует у нас компания MAN. Немецкая машиностроительная компания, специализирующаяся на производстве грузовых автомобилей, автобусов и двигателей. Образована компания в 1958 году. Штаб-квартира находится в Мюнхене. А покататься мы сможем только на одном грузовике. Но зато каком? TGX. Естественно, не обошлось и без Mercedes-Benz. Мы сможем покататься на грузовиках Mercedes-Benz Actros и на новом Actros тоже. Эту модель выпускают уже с 1996 года, пережив смену модельного ряда в 2003 году. С июля 2008 года компания Mercedes-Benz является первым в мире производителем грузовых автомобилей, серийно устанавливающим полностью автоматизированную коробку передач. Следующий у нас Renault. Это французский производитель гражданских и военных грузовых автомобилей. Основана фирма в 1894 году промышленником Луи Рено. Была одним из подразделений концерна Рено, а с 2001 года принадлежит концерну Volvo AB. В игре мы можем покататься на следующих моделях: Magnum и Premium. Предпоследняя фирма, на которой мы можем покататься, это фирма Scania. Шведский производитель грузовых автомобилей, автобусов, промышленных и морских двигателей. Выпускает автобусы с 1920 года. Производство находится в Швеции, Франции, Нидерландах, Аргентине, Бразилии, Польше и России. В игре мы сможем покататься на следующих моделях: Scania R и Scania Streamline. И последняя фирма, на которой мы можем покататься, это фирма Volvo. Шведская автомобилестроительная компания, один из мировых лидеров по производству тяжелых грузовиков. В переводе с латыни Volvo означает «я кручусь» или «я качусь». Покататься мы сможем на следующих грузовиках 2009 года FH16 и обновленная FH16 2016 года. Вот мы и познакомились со всеми фирмами, на которых мы можем покататься в игре Евротрак Симулятор 2. Теперь можно сконцентрироваться на дороге и убрать информационную панель. Нам осталось ехать не так уж и много, всего лишь 128 километров. Покупать машину я буду, конечно же, Volvo. Вот мы сейчас посмотрели диагностику машины, на которой мы сейчас едем. А вот свою машину надо будет беречь и ни в коем случае не попадать в аварии. Особенно первое время, когда денег катастрофически мало. Игра хоть и позволяет уйти на какое-то время в минус, но мы можем обанкротиться после того, как взяли кредит. Поэтому очень важный совет: если вдруг видите, что авария неизбежна, сохраняйте заранее. Это спасет ваш грузовик. Давайте еще расскажу немножко про кредит.
есть некоторые хитрости, которые вы должны знать. Оплату за кредит снимают только на следующий день после взятия. Поэтому вы успеете доехать до какой-либо страны и взять там груз. Меньше 100 километров нам осталось ехать. Так, ну что, попробуем совершить обгон. Не, на повороте не будем это делать. Как же надоела эта машина уже. Ой, не-не-не-не-не. Достаточно долго мы за ней едем уже. Я думаю, этот грузовик уже всем надоел. Все, рискуем. Да, на грузовике приходится разгоняться очень долго. Особенно если это не ваш грузовик. Ну отлично, мы успели обогнать его. До знака «Обгон запрещен». Ну потому что поворот был. Неужели сейчас будет серпантин? Или пьяная дорога, как ее еще любят называть. Во, уже видно флаг. Значит, осталось ехать совсем чуть-чуть. И мы наконец можем купить свой грузовик. И все-таки, почему Volvo? А у Volvo самый мощный двигатель. Именно поэтому я выбираю Volvo. Потому что мощность очень нужна. Скорость не так сильно влияет, а вот мощность играет роль очень большую. Мы едем, едем, едем в далекие края. Смотрите, можно даже чуть побольше даже ехать, чем 90 километров. Всего лишь 27 километров нам осталось ехать. И скоро надо будет повернуть налево. Итак, поворачиваем налево. Конечно же, пропускаем машину. Все, делаем поворот. Заработаем денег на кредит. Как ни крути, а деньги все равно придется отдавать.
а то с нас последние штаны снимут. Вот мы уже в городе. Скоро будем парковаться. Ну, Шурик, показывай, как надо парковаться. Вот сюда мы должны поставить груз. Никаких автоматических парковок. Только хардкор. Итак, выравниваем груз. Места тут довольно-таки мало. Придется выехать на дорогу немножко. Да так, чтобы никого и не зацепить случайно. Итак, я ориентируюсь по правому зеркалу. Вижу, что ничего не вижу. Ну ладно, давайте чуть-чуть дальше проедем. Ну-ка. Во. Можно потихонечку ехать. Вот так вот спокойненько, не спеша едем. Одна ошибка, и машину надо будет снова выравнивать. Так, что-то я немножко запутался. Не-не-не-не, не туда пошло. Ну вот маленькая ошибочка. Ну ничего, сейчас выпутаемся. Главное вовремя все исправить. Ну все, все пошло правильно. И очередной груз доставлен. Расцепка. Неплохо. Подняли денег, но не подняли уровень. Ну что ж, продолжаем. Самое время купить наш грузовик. Итак, покупка грузовика. Нажимаем на Volvo. Посетить автосалон. Вы желаете посетить? Да. Сразу нажимаем «Изменить конфигурацию». Выбираем трансмиссию и ретардер. Покраску берем синюю, она самая дешевая. Принимаем настройки и покупаем наш первый грузовик. Первый и собственный. У нас есть гараж и у нас есть замечательный грузовик. И самое главное, у нас есть желание заработать денег. Вот он, наш красивый, замечательный грузовичок. В прошлом видео я у вас спрашивал, куда мы поедем, а мы поедем в Великобританию. Но сперва давайте чуть-чуть поднастроим. Я нажал клавишу F4, которая позволяет мне очень многое настроить в моем грузовике. Например, я могу настроить различные зеркала. Я не буду это делать, сделаю по умолчанию. Я могу настроить также свое сиденье, как мне будет удобно. Но честно скажу, я настолько привык настройкам по умолчанию, что я оставлю все как есть.
но вам про эту функцию все равно рассказал. Ну что, держим путь в Великобританию. Итак, вот мы вызвали карту, нажав на клавиатуре кнопку M. И порожняком на своем новом грузовике мы поедем в Дувр. Нестись будем как угорелые. Машина-то у нас пустая, без груза. Крейсерская скорость. Но главное не накосячить. Так, машин нету, полетели. Когда машина пустая, она несется как угорелая. Лучше бы мы, конечно, еще бы повозили немножко грузов. Но так как я обещал, что поедем в Великобританию, значит, поедем в Великобританию. Обратите внимание, что мы сейчас едем по правой полосе, а в Великобритании левостороннее движение. Это гораздо сложнее. Особенно человеку, который привык использовать правостороннее движение. Пока мы не приехали в Великобританию, давайте разберемся, почему же в Великобритании и в каких еще странах левостороннее движение. Во всем мире 72% дорог правосторонних и 28% левосторонних. Страны с левосторонним движением вы можете встретить в Северной Америке, Южной Америке, в Европе, Азии, Африке и Океании. Например, в Европе это Великобритания, Ирландия и Мальта. Норму ездить по левой стороне дороги английские власти законодательно закрепили в 1756 году. За нарушение билля предусматривался внушительный штраф – фунт серебра. Существует две основные версии, которые объясняют, почему в середине 18 века Англия сделала выбор в пользу именно левостороннего движения. Итак, первая версия – римская версия. В Древнем Риме придерживались левостороннего движения. Такой подход объяснялся тем, что легионеры держали оружие в правой руке, и поэтому в случае неожиданной встречи с неприятелем им было выгоднее находиться на левой стороне дороги. Враг таким образом попадал прямо на рубящую руку. Вторая – морская версия. Добраться до Европы англичане раньше могли только водным путем. Поэтому морские традиции крепко вошли в культуру этого народа. В старину английские корабли должны были обходить встречное судно с левой стороны. Впоследствии этот обычай мог распространиться и на дороге. В современных международных правилах судоходства закреплено правостороннее движение. Я думаю, вам уже не терпится посмотреть, как я буду мучиться на левостороннем движении, потому что человеку, который привык уже к правостороннему, левостороннее для него это просто какое-то испытание. Фух, ой-ой-ой, было очень опасно. Эта легковушка даже и не собиралась останавливаться. Мы держим максимальную скорость, 90 км в час, едем порожняком. Причем, обратите внимание, что езда порожняком тоже приносит опыт. Именно за счет того, что мы едем порожняком, мы получим следующее очко опыта. Потому что ехать мы будем довольно-таки долго. В чем же недостаток? Недостаток в том, что мы теряем время. А каждый день мы должны выплачивать 2888 евро. Не забывайте про кредит. Поэтому, как только мы приедем в Великобританию, мы сразу будем искать груз. Чем еще отличается Великобритания от других стран? Это тем, что знаки
не в километрах в час, а в милях. Миля в час – это единица измерения скорости английской системы мер, выражающая значение в милях, пройденных за один час. В настоящее время используется в Великобритании и в США в качестве стандартной единицы измерения скорости и ее ограничения. Так что вот вам еще одно отличие. Как же здорово ездить на своем грузовике. Хотя сложно сказать, что это свой грузовик. Пока не выплатили кредит. Это кредитный грузовик. Направляемся мы в Дувр. В самой Великобритании я уже немножко расскажу про эту страну. Рискую я, конечно, серьезно, потому что все-таки надо иметь побольше сумму, чтобы делать такие поездки порожняком. Причем, если мы отвезем еще несколько грузов, и банк убедится в том, что мы платежеспособные, нам дадут следующий кредит. Он гораздо больше, чем первый кредит. 400 тысяч. На эту сумму мы купим совершенно другой гараж. И туда сможем нанять наших первых наемных работников. Как долго мы будем погашать кредит, все зависит целиком и полностью от нас. Насколько хорошо мы водим наш грузовик, насколько грамотно мы все рассчитываем, и насколько грамотно все прокачиваем. Конечно, хотелось бы гораздо быстрее все прокачать и создать свою фирму. Потому что чем раньше вы купите гараж и наймете работников, тем быстрее они начнут прокачиваться. Быстрее станут опытными. Вот смотрите, мы повысили уровень. У нас теперь второй уровень. 50 опыта нам дается за каждые 100 километров без груза. Ну что, надо прокачать своего водителя. Сейчас дорога получше станет. И обязательно его прокачаем. Ну вот, здесь ровная дорога. Можем попробовать прокачать водителя. Итак, навыки, заходим. Ну что, прокачаем теперь, пожалуй, прокачаем. Смотрите, АДР мы уже можем качать, но пока не будем, а прокачаем хрупкий груз. Вначале прокачаем все по одному очку, чтобы расширить наши возможности.
А дальние дистанции будем прокачивать всего лишь на одно очко. И в самую последнюю очередь это эко-вождение. Этот навык не позволит вам сэкономить огромное количество денег. Гораздо важнее заработать, чем подсчитывать расходы. Root Advisor, это вот эта наша панелька, которая находится справа внизу, показывает знак скорости. Этот знак в километрах в час, поэтому в Великобритании это нам здорово поможет. Потому что так же, как и во всех странах, там есть радары. А нарушать право, ой, как не хочется. Так, надо съехать отсюда. Ну как же они тут медленно едут, кошмар. Медленно, но зато по правилам. Так, смотрим на зеркала. Свободно. Не свободно. Вот теперь свободно. Все, поехали. Вообще в каждом видео я постараюсь как можно больше рассказывать про саму игру, чтобы в принципе раскрыть ее полностью. Мы держим 90 км в час. И нас обгоняют какие-то легковушки. Обратите внимание, что у нас заполняется шкала сна. Давайте немножко расскажу про сон. Сон длится 9 часов, работать мы можем 11 часов. После того, как счетчик бодрствования дойдет до 0 часов и 0 минут, у нас еще имеется пара часов, а точнее 2 часа 30 минут к общему времени. Получается, что мы можем работать 13 часов и 30 минут максимум. После этого наступят провалы в сон. Экран начинает гаснуть, и вы теряете управление. Вы сможете продолжать движение, но будете получать штрафы, а также будут происходить провалы в сон. Это большая катастрофа. Поэтому ни в коем случае не доводите вашего водителя до такого состояния. Поспать вы можете в определенных местах. Они отмечены на карте.
Ну что ж, пока мы не приехали в Дувр, давайте расскажу про этот город. Итак, Дувр. Город и порт Великобритании в английском графстве Кент у пролива Па-де-Кале связан железнодорожным паромом с Дюнкерком, Франция. Туда-то мы с вами и направляемся. О, смотрите-ка, радар. На ограничение 90 км в час. Вот он, смотрите, как он выглядит. Смотрите и запоминайте. Но мы же не нарушаем правила, и поэтому нам это не страшно. А когда нарушаем, тогда никто не видит. Хорошо, что полиции хоть нет. Несмотря на то, что мы едем довольно-таки быстро, ехать довольно-таки далеко. Но под хорошую музыку ехать гораздо веселее. Еще очень важное замечание. Свою машину надо заправлять. Если раньше нам этого не надо было делать, так как, в принципе, топлива всегда хватало, то теперь это придется делать. Но, в принципе, не так часто. И следить за состоянием своей машины. Вот, смотрите. Нам осталось ехать совсем чуть-чуть. Ура! И скоро мы увидим Великобританию во всей красе. Сейчас машины едут по правую сторону. Но скоро вот-вот чуть-чуть, и все поменяется. Периодически мы заезжаем на правую полосу сплошную. Ее еще называют будильник, чтобы водитель не засыпал на дороге. Смотрите-ка, еще один радар. Надо чуть-чуть сбавить скорость. Ну все, теперь можно ехать снова. На максимальной скорости. Денег у нас очень мало, всего лишь 4553 евро. Поэтому в срочном порядке нам нужно будет искать груз в Великобритании. Смотрите-ка, мы уже подъезжаем.
Итак, наш персонаж начал зевать. Время 13:44. Очень важная вещь. Не спите перед переправами. На пароме все равно придется спать. Вот-вот мы и подъезжаем. Я смотрю направо. Вот все, я вижу знак. Куда нам надо заехать, чтобы попасть в Дувр. Нет, 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 еще чуть-чуть и направо. Все, можно поворачивать. Хотя можно было и с той стороны заехать. Здесь не обязательно выравнивать машину. Даже если будете с грузом. Как заразно зевает наш водитель. За 300 евро мы переправились. And now, welcome to the Great Britain. Мы буквально немножко покатаемся, возьмем груз и поедем во Францию. Ну что, самое интересное впереди. Так, отметим фирму. Мы или здесь груз возьмем, или здесь. Как повезет. Ну что, веселье начинается. Let's go. И на левую полосу. Но если ехать по левой стороне еще не так дико, на прямом участке, то когда круговое движение, это очень-очень сильно удивляет. И заставляет реально задумываться, как же ты едешь. Так, помех нету. Поворачиваем. I don't see any vehicles, so we can go. Ну что, самое время рассказать про Великобританию. Первая и, пожалуй, самая популярная достопримечательность – это Биг Бен. Самая большая колокольня Вестминстерского дворца в Лондоне. Часто это название относят к часам и часовой башне в целом. Следующая и не менее популярная достопримечательность – это Стоунхендж. Мегалитическое сооружение, представляющее собой комплекс кольцевых и подковообразных земляных и каменных конструкций. Следующее популярное место Великобритании – это Тауэрский мост. Разводной мост в центре Лондона над рекой Темзой, недалеко от лондонского Тауэра. Конечно, я не могу пропустить Букингемский дворец. Букингемский дворец,
официальная лондонская резиденция британских монархов. Ну и напоследок давайте посмотрим еще Британский музей. Британский музей – это главный историко-археологический музей Британской империи, ныне Великобритании, и один из крупнейших музеев мира, второй по посещаемости среди художественных музеев после Лувра, находится в районе Блумсбери, Лондон. Обратите внимание, что пошел дождь, я вам советую включить дворники, клавиша P на клавиатуре, если у вас будет происходить то же самое. В Великобритании живет больше 60 миллионов человек, а официальным языком является английский. Итак, нам совсем чуть-чуть остается доехать. Погода совсем испортилась. Без дворников совсем не обойтись. Причем, кстати, если нажать клавишу P еще раз, то дворники будут более интенсивно работать. Более быстро. Как вы видите, левостороннее движение довольно-таки сложное для восприятия. Вероятность ошибиться очень высока. Так, машину надо пропустить. Пропустили, едем дальше. Обратите внимание, значок сна у нас теперь уже красный. Нам срочно надо будет поспать. Но мы это сделаем, когда возьмем груз. Вот мы прибыли в Дувр, где мы будем искать груз. Сейчас мы заедем в первое место, где может быть груз. Ой-ой-ой-ой-ой. Машину стало заносить. Что-то мне кажется, что здесь ничего нету. Посмотрите. По-моему, здесь пусто. Ну-ка. Прямые перевозки. Да, действительно пусто. Нету работы. Ой-ой-ой. Ну что ж, у нас есть вторая попытка. Рядом находится совсем другая фирма. Надеюсь, там то будет груз. Как же непривычно поворачивать налево. Совсем чуть-чуть осталось. Не послушаемся мы навигатора. Он нам что-то не то показывает. Итак. Что мы повезем в следующий раз? А давайте повезем-ка томаты во Францию. And now I wanna say thank you for watching this video. See you next time in Europeway Channel. Хочу поблагодарить всех, кто смотрел это видео. С вами был Юрок. Оставайтесь на канале Europeway. И до новых встреч.